машине, как комбайн, мы должны обеспечить слаженную работу всех систем и механизмов. Поэтому мы раз и навсегда решили: основные детали и узлы машин мы производим сами. Сегодня решать эту задачу нам позволяет полный комплекс гибких производственных технологий. Благодаря созданной нами современной технологической базе, мы можем одновременно производить разные типы сельхозмашин, лучше контролировать качество, поддерживать доступные цены на нашу продукцию. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Следуя этому принципу, мы производим комбайны буквально с нуля. Используя лучшее оборудование, мы сами выплавляем высокопрочный чугун и сталь, производим отливки из цветных сплавов. В содружестве с учеными мы создаем новые конструкционные материалы с уникальными свойствами. О какой бы стадии производственного процесса ни шла речь, повсюду можно увидеть впечатляющую картину эффективной работы программируемого оборудования. Инвестируя в приобретение современных технологических комплексов, мы выбираем оборудование ведущих мировых производителей. Таким оборудованием оснащено сегодня наше заготовительное производство. Такой же подход мы применяем в механообработке. Здесь мы широко используем многоцелевые станки, высокопроизводительные обрабатывающие центры со скоростным инструментом и системами слежения. Центры для комплексной обработки сложных конструкций. Изготовление деталей на высокоточном оборудовании позволяет нам самостоятельно производить около 90 видов механических передач, используемых при производстве наших машин. Но точность изготовления – это еще не все, что мы считаем необходимым для надежной работы механизмов. Поэтому для повышения прочности и надежности ответственных деталей мы применяем комплексный процесс химико-термической обработки. Кроме того, мы применяем специальную технологию, которая обеспечивает создание исключительно износостойких поверхностей деталей без каких-либо деформаций. Качество – вот главный приоритет, под знаком которого мы создаем и внедряем проекты совершенствования нашей технологической базы. Масштабные преобразования ведутся в нашем сварочном производстве. Практически заново создано мощное окрасочное производство, где применяются роботы. Используются сверхпрочные грунтовки, порошковые краски и водоразбавляемые эмали. От высокого качества изготовления комбайнов и другой техники к высокой надежности, стабильной и качественной работе наших машин в поле. Эта взаимосвязь очевидна. Именно она определяет главное содержание и основные точки приложения наших усилий. Мы «Горсельмаш». Под брендом «Полесье» мы производим широкий модельный ряд комбайнов и других сельхозмашин. Техника «Полесье» — это 75 базовых моделей машин и их модификаций, около 70 видов сменных адаптеров. Из этого ряда любое сельхозпредприятие, от небольшого фермерского хозяйства до крупного агрохолдинга, может выбрать модели, наиболее эффективные в его условиях. Зерноуборочные комбайны «Полесье» – это три классических однобарабанных модели с пропускной способностью 5, 8 и 10 килограммов хлебной массы в секунду. И три двухбарабанных модели с пропускной способностью 12, 14 и 16 килограммов в секунду. С
использованием жаток различной ширины, подборщиков, а также специальных адаптеров, комбайны Полесье убирают все виды обмолачиваемых культур и гибридов. Для сложных условий уборки мы производим модели с полным приводом, со спаренными колесами на гусеничном ходу. В последние годы «Гомсельмаш» стал известен как производитель самоходных початкоуборочных комбайнов, сборка которых ведется в Китае. Кормоуборочные комбайны «Полесье» — это 6 базовых моделей самоходных машин мощностью от 235 до 600 лошадиных сил и одна прицепная модель. Они работают с эффективными адаптерами на уборке всех видов извлеченных кормов из трав и грубо стебельных культур. Прицепная и навесная техника «Полесье» — это волковые жакие, косилки с различными схемами навески. Это также картофелеуборочные комбайны. Чтобы поддерживать высокую работоспособность машин «Полесье», мы создали широкую сеть дилерских центров, складов запасных частей. Где бы ни работала техника «Полесье», ей всегда гарантирован оперативный и компетентный технический сервис. Каждую проданную нами машину мы держим в поле зрения в течение всего ее жизненного цикла. Сегодня мы изготавливаем наши машины с учетом особенностей и предпочтений разных рынков. С каждым годом растет число стран, в которых аграрии доверяют уборку своего урожая комбайнам «Полесье». Они знают, мы не подведем. Мы «Гомсельмаш». Ну и вот главное предприятие, буквально, если можно, начало следующего. Это Брест. В России каждая сельскохозяйственная машина хороша для тех условий, при которых именно она становится наиболее эффективной. Совместное предприятие «Брянск-Сельмаш» смогло предложить российским аграриям по приемлемым ценам современные комбайны «Полесье» различных классов. Они оправдывают ожидания сельхозпроизводителей как на высокоурожайных полях Кубани и Центрального Черноземья, так и в условиях уборки на Урале и в Сибири. Родина комбайнов «Полесье» – Беларусь. Выбрав своим стратегическим партнером известную белорусскую компанию «Гомсельмаш», брянские машиностроители получили возможность максимально использовать многолетний опыт и наработки соседей. Быстрые темпы и высокий уровень разработок конструкторов «Гомсельмаша» стали надежной основой для развития предприятия в Брянске. «Брянск-Сельмаш» меняется на глазах. Здесь уже производят сварку рамных конструкций комбайнов, капотов машин, освоена окраска и другие технологические операции. Производится узловая и общая сборка уже целого ряда моделей машин. В их числе самоходные и прицепные кормоуборочные комбайны комплекс, зерноуборочные комбайны «Полесье» различных классов. При этом доля российских комплектующих в стоимости этих машин достигает 60%. Заказы «Брянск-Сельмаша» способствуют стабильной работе более 200 российских предприятий-поставщиков. Брянские комбайны «Полесье» прошли испытания в ведущих испытательных центрах России. Их технико-экономические показатели не раз подтверждены в условиях реальной эксплуатации, нередко в сложных условиях уборки. Для многих российских хозяйств техника «Полесье» стала решающим фактором быстрой и качественной уборки урожая. Самоходный кормоуборочный комбайн «Полесье» FS-60 был разработан специально для «Брянск-Сельмаш». Это экономичная и доступная модель для широкого применения. Комбайн отличается современным дизайном, улучшенной технологической схемой, увеличенной шириной захвата адаптера. Панорамное стекло кабины обеспечивает прекрасный обзор рабочих органов. Кабина оснащена кондиционером, регулируемой рулевой колонкой, многофункциональным рычагом управления. Тщательная эргономическая проработка поста управления создает комфортабельные условия работы оператора.
машина оснащена двигателем мощностью 235 лошадиных сил. Две площадки, каждая со своим трапом, обеспечивают удобное обслуживание моторной установки с двух сторон. В комбайне применен гидропривод рабочих органов и питающего аппарата. Это позволяет оперативно изменять длину резки, не выходя из кабины, и обеспечивает высокое качество измельчения. От аварийных поломок питающий измельчающий аппарат надежно защищен камни и металлодетекторы. Комплектующие высокого технического уровня повышают надежность комбайна и увеличивают его ресурс. На кошении трав с измельчением комбайн эффективно работает с жаткой шириной захвата 5 метров. Чисто срезать, хорошо измельчить, плотно заполнить массой кузова автомобилей и прицепов – с этим Полесье FS-60 справляется быстро и уверенно. На заготовке сенажа комбайн Полесье FS-60 используют с 3-метровым подборщиком. Благодаря бесступенчатому ускорению и замедлению хода, подбор даже неравномерно уложенных волков идет стабильно и чисто. В хранилище отправляется первоклассная сенажная масса. Такой корм прекрасно хранится, что гарантирует хороший аппетит животных и высокую прибыль хозяйства. Пришла пора убирать кукурузу на силос, и Полесье FS-60 с роторной жаткой немедленно включается в работу. Таким образом, комбайн используется с полной загрузкой в течение всего сезона заготовки кормов. Стебли срезаются чисто и аккуратно. Они подаются на питающий аппарат, а затем на измельчитель только нижней части. Это практически полностью исключает потери, и за комбайном остается чисто убранное поле. Легко справляется комбайн и с кукурузой восковой спелости зерна. При этом качество измельчения и доробления зерен по-прежнему остается высоким. Хорошо измельченная зеленая масса – основа для закладки высокопитательного силоса, который не теряет свои качества при хранении. В нашей библиотеке много разных учебных фильмов, и, значит, поэтому мы могли и больше показывать. Но я думаю, чтобы вы имели представление, вот в рамках союзного государства между Россией и Белоруссией и в рамках проекта это договора о сотрудничестве между Нижегородской областью и правительством Белоруссии, вот, проходят вот такие различные проекты. И создано производство в Брянске, техники Полесья. И вот как бы этому сотрудничеству и обмену в научно-технической информации способствует работе нашего центра. Если какие-то вопросы, мы готовы сейчас на них ответить. Друзья мои, задавайте, пожалуйста, вопросы. Да, да. Представляйтесь сразу. Старший мастер. Старший мастер Паншин Александр Анатольевич. Слушайте, Маша, не работаете? Значит, с Россельмашем. Вы предугадали наш следующий визит. У нас есть класс Россельмаша, мы туда сейчас пойдем. Под эгидой Александра Валентиновича Пасина, декана. Он вот, к сожалению, сейчас только по телефону разговор-то вышел. Вот. Мы пока в рамках вот этой тематики, сейчас какие-то вопросы есть, ну, чтобы там в той атмосфере, и действительно будем отвечать на те вопросы. Ребята, из сельских образовательных организаций, задавайте вопросы. Вот у меня такой вопрос. Вы нам можете дать перечень электронных адресов, естественно, в интернете, где мы можем такие рекламные фильмы, ролики, скажем так, посмотреть и дать возможность да, их представить в рамках образовательной деятельности в учреждении? Это Лукоянский сельскохозяйственный техникум. Я там неоднократно бывал в рамках профориентационной работы. Даже мы один раз попробовали там создать также студенческий отряд. Были две заявки с Лукоянского района. Мы думали, что нам отсюда вести студент, когда там замечательный техникум есть. Был у нас такое, как сказать, совместная работа. А что хочется сказать? С Александром Владимировичем мы поговорили, он уже озвучил. В марте мы начинаем очередной цикл. Если у вас есть такое желание присоединиться, мы обмениваемся электронными адресами. Я думаю, что наша техника, представители центра, идет. Вы
вы можете послушать лекции наших преподавателей для белорусских студентов или лекции белорусских преподавателей для наших студентов, особенно студентам техникума, я думаю, тоже будет интересно. Вот. Если такая возможность, я думаю, что технически она решаема. С нашей стороны тоже есть возможность. Если есть заинтересованность, Александр Владимирович оставляет координаты, он запишет, и мы здесь всегда готовы идти навстречу и в этом плане. Это очень хорошо. Да. Да. На самом деле это очень здорово. Даже если у вас, допустим, по учебному процессу или что-то, вы не сможете на всех, но если вы покажете хотя бы несколько лекций вашим студентам, они оценят, я думаю. Поэтому мы готовы, пожалуйста, к сотрудничеству в различных формах. Вот. Скажите, эти лекции дистантные, да, вот условия, они оплачиваются. И я просто хочу сказать, что там есть директор, с которым буквально завтра я могу уже выйти на связь, переговорить, и вот эти, скажем так, условия все продумать. Это какая форма взаимодействия? У нас форма, значит, взаимодействия с нашими партнерами, так как мы подписали договора о совместном сотрудничестве, абсолютно бесплатно. И вас приглашаем как слушать. Поэтому, значит, больше того, полностью центр наш называется как Российско-белорусского сотрудничества дополнительного образования и содействия устройства обучающихся. Поэтому в рамках этого центра мы проводим подготовительные курсы для, значит, поступающих школьников для углубленного изучения и подготовки к ЕГЭ. У нас есть каникулярные курсы, воскресные курсы для тех, кто близко проживает, и летние курсы. Летние курсы мы проводим в рамках 18 часов для выпускников техникумов училищ, которые поступают к нам по внутренним испытаниям, а не по ЕГЭ. То есть 18 часов за 6 дней мы им даем 3 основных предмета, в зависимости от того, кто куда поступает. Значит, физику, математику, русский, допустим, на инженерной специальности, биологию, математику и русский на все остальные биологические профили. И экономический профиль у нас есть, это экономика, менеджмент и товароведение. Там, значит, общество. То есть вот эти предметы мы готовы. Даже с минимальной группы мы не начинаем 5 человек. Есть 5 человек, все, мы начинаем с него. Да. В этом году мы впервые открыли по просьбе наших родителей методичные. Мы начали работать с ребятами с 10 класса, образовалась группа, также первые 5 человек. Поэтому вы своим коллег, там, значит, родителям, вы расскажите, пожалуйста. Это второе наше такое направление. Третье – это содействие трудоустройству. Как вы помните, что в советское время были распределения, да, пока 3 года каждый выпускник должен работать, было такое государственное, гарантированное. А сегодня они как бы предоставлены сами себе. Поэтому первоначально это просто произошло объединение. Как бы было 2 центра. Был центр содействия трудоустройству, ЦСТВ, и вот российский и белорусский. Но оптимизация, как бы вот они в настоящее время все... В одном центре находимся. А вот, что мы здесь проводим? Мы собираем базу вакансий для наших выпускников. Каждый, значит, квартал мы ее обновляем. Мы, значит, с ребятами проводим учебу и учим, значит, написание резюме. Вот, как они должны проходить собеседование. Они заполняют анкетки. И с учетом анкеты их основного места жительства, допустим, или каких-то других там написаний дипломы, прохождения практик, других пожеланий, мы стараемся подыскать рабочие места и вместе с вручением диплома вручаем направление. Как студент отнесется к этому? Он может просто посмотреть, может просто позвонить. Но чаще всего все-таки поедут. Едут и смотрят. Тем более, если он проходил в этом предприятии практику, то он уже его и знает. И, как правило, все-таки это нам помогает повысить закрепляемость наших выпускников на предприятиях агропромышленного комплекса, перерабатывающих промышленности, потому что у нас есть факультет перерабатывающих технологий,
где один профиль, это инженеры по оборудованию перерабатывающих предприятий, молокозаводов, мясокомбинатов, отдельный профиль подготовки технологов и профиль подготовки товароведов. Это все на факультете перерабатывающих технологий. Поэтому, естественно, мы работаем не только вот непосредственно с предприятиями агропромышленного комплекса, но старой формы, Павлово-Сапор или сегодня это агропромышленные такие предприятия с разной формой собственности. Вот. Ну и с перерабатывающими предприятиями, естественно, с теми центрами, которые реализуют, обеспечивают техническое обслуживание современной техники, да, дилерские центры различных компаний. И там наши выпускники работают в этих сервисных центрах по Мостаке. Есть один профиль подготовки не только технические системы в агробизнесе, но и технический сервис в ОПК. Это на инженерном факультете. И новый профиль, мы уже два потока выпустили, это электрооборудование, электротехнологии на инженерном факультете. Поэтому, соответственно, у нас и появились новые партнеры по трудоустройству ребят, это значит, в лице энергетических наших компаний, которые в области имеются. У нас там 4, по-моему, 3 крупных. Это Кстово, в Урине и по югу, там, где Арзамас, где Шатерсанская. Вот. С теми, которым мы работаем непосредственно. Достижения ребят, я думаю, участие в различных научно-студенческих конференциях по всем профилям подготовки, Александр Васильевич покажет, пока мы пойдем по инженерному факультету, там есть наглядные стенды с участием в этих конференциях и результатах. Чтобы он так скромно вышел. Я так понимаю, вначале были в письме заявлены с 10 до 14 пребывания здесь, поэтому мы подготовили такую программу. Как вы скажете, мы с удовольствием. Мы подготовили такую программу, что сейчас занимаемся здесь, потом, значит, в классе Росельмаш, потом у нас есть музей, значит, инженерной службы АПК, которые мы благодарны ветеранам облсельхозтехники и других предприятий, которые сельхозхимия и так далее. Вот. Вот по их инициативе и при большом их участии музей, значит, и получил прописку на инженерном факультете нашей академии. Вот. Я думаю, как раз я как бы дальнейшее нашу программу вступительную. Ну а теперь я непосредственно уже передаю слово. Да, да, Сюда, пожалуйста. А там сельхозколледжи какие-то при вступлении поблажки есть? Но мы экзамены внутренние вступительные испытания, я уже сказал. ЕГЭ отсутствует. Нет. И если что-то они себя неуверенно чувствуют, пожалуйста, 18 часов до экзаменов за неделю мы как раз проводим здесь, в нашем центре, подготовку. Ребята приехали, значит, неделю еще мы их, и наши же преподаватели принимают экзамен. Экзамен из чего состоит, скажите? Вступительный экзамен. А, вопросы. Там даются вопросы. Вы на листочке сидите и устно с преподавателем общаетесь, взаимодействуете. Я скажу, что наш преподаватель достаточно лояльный. Особенно к нашим выпускникам должны быть. А как? Потому что это ребята сельскохозяйственного профиля. На самом деле по делу, кто придет в высшую школу, вот сюда, в эту академию, я думаю, что это отличное направление, да? Очень хорошо. Отлично просто. Я прошу вас всех довести до сведения, да, вот эту информацию по курсам, да, и потому что есть такая возможность, и какой вид экзамена здесь предусмотрен, да, пожалуйста, передайте ребятам, выпускникам, да, четвертый, там, третий курс, да, кто заканчивает уровень НПО-СПО, чтобы на самом деле были мысли о продолжении образование, соответственно, да, это учение именно в нашей академии, Нижегородской академии. Это курс было здорово. Ребята, умные, способные. Четвертый курс организации хозяйства, они умные ребята. И кто... Мы рады, это очень хорошо. Желаю учиться. Конечно. Мы рады всегда с ним приветствовать. И не только вот чисто у нас выпускники и других значит, техникумов, не только сельскохозяйственных, находят, так сказать, здесь
нужный профиль подготовки, я же вам уже примерно сказал. Экономический. Да, и экономический есть, и биологический. Но если конкретно на агрономическом факультете еще одна, кроме агрономии, это землестроительная. Это тоже инженеры, там тоже физика нужна. Тоже интересное направление, тем более сейчас, значит, много появилось и частных компаний, которые занимаются оформлением, межеванием земельных участков. Да? Агрохимики, агроэкологи, агрохимический факультет, зооинженерный, кроме производственной зоотехнии, это выращивание молока, мяса и так далее, есть непроизводственное направление, кинология, это другое направление, биоводные ресурсы, аквакультуры, то есть у нас есть сейчас уже не только Волга, но очень много искусственных водоемов, где занимаются производством рыбных ресурсов. Да? Но есть и в промышленном, но есть для просто отдыха, где проводят, организуют рыбалку платную и так далее. Вот, это направление работы. Ветеринарный факультет. Единственное, где остался специалитет, 5 лет, это ветеринарный врач. И бакалавриат, это ветсанэкспертиза. Это те наши выпускники и специалисты, которые призваны заботиться о нашем здоровье, чтобы некачественная продукция на наши рынки, магазины как бы не поступала, поэтому во всех крупных сетевых этих центрах везде работают наши выпускники. Вот. Это еще одно, так скажем, направление подготовки. Я знаю, что там у нас осталось только, наверное, в работках. Раньше в шагах, по-моему, была ветеринарная подготовка, еще каких-то техник. Вот. Насколько я помню, когда ездили с профориентационной работы. Вот. Да, еще да. И у нас факультет лесного хозяйства. Значит, это не только готовить специалистов по лесовосстановлению, эксплуатации лесов, да, которые сейчас основное направление, но это и ландшафтный дизайн, то есть они этими вопросами тоже успешно. Вот здесь во внутреннем дворе у нас теплички, где они готовят материал, они облагородили нам, если вы приехали сюда летом, территорию. Вот, и клумбочки регулярно высаживают здесь, и все, и какие-то элементы. Где-то, значит, сделали санитарную вырубку и проверку старого насаждения, где-то посадили новое. Это все руками вот, факультета лесного хозяйства. Все? Еще? Никого не забыл? Дополню еще немножко. Да. Уважаемые коллеги, был вопрос по поводу материалов в электронном виде. То есть, конечно же, не жалко. Записал свои координаты, только, пожалуйста, перед этим уберите тире и перед собакой точку, чтобы поторопился. Что сделать? А, точку убрать. Точку перед собакой и перед эскире там нет никакого. Вот, да. Так, это очень серьезно, между прочим. Да. Уберите, пожалуйста, иначе будет адрес неточный. То, что есть, напишите, пожалуйста, на почту или там, допустим, позвоните по телефону, я вам скину почту. Объемы там большие, сразу с диска скачайте, потом. Очень хорошо. Что, то есть не жалко. Видео, презентации. Конечно. Они организация образовательного процесса. Посмотрите, если что-то понравится. Коллеги, мы всегда готовы поделиться любой информацией. Ну да, здесь вот смотрите, у нас Воскресенская, Спасская есть, Ильборский техникум представителей. То есть практически достаточно большое количество и охват нашей региональной системы образования. Это техникум сегодня. Колледжи, лицеи, поэтому, конечно, вот такое взаимодействие будет полезным, да, как в той, так и в другой стране. И вот интерес, который вызывает вот сейчас вот эти приемные комиссии, скоро наверняка все начнут уже разворачиваться, мы идем к весне и вступительным экзаменам. Я вас очень прошу продумать эту работу профориентационную на местах. И, безусловно, расскажите о том, что вы здесь сегодня увидели, услышали и какие новые специализации уже в нашей академии есть. Да? Ну, можно еще зайти на сайт, в общем-то, ближе в апреле будет очередной день открытых дверей. Значит, что для выпускников школ, здесь мне хотелось сказать, мы проводим как заочные, так и очные туры олимпиад предметно. И во время дня открытых дверей мы проводим, значит, как раз еще и конкурс научно-исследовательских работ школьников. То есть они нам присылают свои работы.
здесь комиссия оценивает. У нас проходит два. Один, значит, под эгидой Министерства образования нашей области и Центра дополнительного образования. И второй наш, это, значит, конкурс этих работ. Поэтому, как правило, значит, без дипломов, они необходимы ребятам для пополнения личного портфолио и портфолио преподавателей, да? Поэтому мы, как правило, в прошлом году у нас по 13 секциям были биологического, 3 и 4 секции по физике и, по-моему, по обществознанию. Вот по таким